Здравия всем! Вы на канале Марка и Елены Дерегетти. Мы едем за продуктами вот по этой вот дороге. Сейчас мы находимся в Мальвалии. У меня нет стабилизатора, поэтому камера может прыгать, бегать. Сегодня 21 июня 2019 года. Ну, погода вот такая вот. 20 градусов тепла. Марка заехал по работе. Здесь жестянщик. Ему там что-то надо по работе заказать. А я вышла из машины, хотя он мне сказал, сиди в машине. Я же любопытная, мне нужно посмотреть. Я увидела бочку. Думаю, в бочку, что ли, вода набирается. Нет, смотрите, вот это подключка. Подключка. Вот к этим шлангам, которые здесь на весу. Капельный полив. И вот эти все проводочки, вот они дырявенькие, видите? Вот у них дырочки. Каждый, наверное, 50 сантиметров. Нет, не 50, тут побольше. Ну, 1 метр нет, но, наверное, сантиметров 70-80. Вот такие вот виноградники. Несмотря на то, что все-таки у нас здесь нет такой жары, не сушь, а все равно есть полив капельный. Потому что есть дни, которые, может быть, 2 недели нет воды. И так как не подсыпано на земле ничего, в общем, не закрыта земля, голая. Немножечко листва, но это листва свежая, которую вот они обрывали внизу винограда, чтобы виноград поспевал быстренько. Потому что разрастаются эти кусты и не поспевает. То есть закрывает от солнышка. А солнышко очень важно. Вот такая маленькая зарисовочка по поводу полива. А с краю вот это вот небольшое, у него нету такого полива. Поэтому, если будет у меня время заехать в конце сентября посмотреть, как выглядит этот виноград крайний и тот, который поливается, чтобы сделать сравнение, то, значит, мы заедем, если не забуду. Ну, думаю, что не забуду. А вот мы сейчас посмотрим, там дяденька работает. Сейчас обойдем, посмотрим. Дяденька работает. Что он там работает? Вот он как раз листву обрывает. Сейчас я у него спрошу. Так, друзья, он сказал, чтобы проходило солнце и проходило ветер, хотел сказать. Воздух проходил. Вот он обрывает листву. Он сказал, что в этом году очень много листвы внизу. И он обрежет дзекибоем вот эти верхушки, чтобы они питательные вещества не жрали, а уходило все в виноград. Ну, вот такая вот коротенькая зарисовочка. Он сказал, давайте я вам продам это увету, как сказать, виноградник. Он говорит, я продаю его. Я даже не спросила, за сколько же он мне его продаст. Вот. Но это нужно, конечно, иметь желание. Желание заниматься этим. Вот такой вот. Хочу, да, я хочу это. Я вот Марка сказала, говорю, вот у нас земля там есть пустая, давай виноград посадим. Он говорит, зачем он мне нужен? Я пошел в магазин и купил. Или договорился с кем-то и купил. Значит, я вам желаю здоровья, удачи, долгих лет жизни. С вами была Елена Дерегетти и Марку, вон он, с Мальвалии, с виноградника. Всех благ, ставьте лайки, кому понравилось. Еще он сказал, когда большой вот такой виноградник, должны быть и механика, которая вот обрызгивает, они ходят, брызгают и все такое прочее.
Да, это работа, не просто так увлечение. Я балдею от того, что нет жары. От того, что нет жары, я балдею. Все зелено. До следующей связи.